Здравствуйте. Меня зовут Ростислав Морозов. Мое сегодняшнее выступление посвящено приближающемуся Дню Победы. Я хотел бы прочитать стих, который написан был мной в далеком уже 98-м году. В тот год в издательстве «Молодая гвардия» вышла моя книга стихов. И там был такой цикл стихов «А зори здесь», которые были посвящены Великой Отечественной войне. Через год, в 99-м году, известный российский композитор Иван Леонидович Шушканов положил на некоторые мои стихи песни, и в фирме «Мелодия» вышла пластинка, которую издал Иван Леонидович. Автором текста был я. Может быть, для какого-то определенного круга моих почитателей моего таланта известны такие песни с того диска, как «Пароход уходит из Одессы», «Про Серегу», «Эх, вы кони мои вороные», «Тары, тары, бары, растабары», ну и другие. Ну а теперь вот сам стих, который я посвящаю своему деду Морозову Степану Васильевичу и дяде Морозову Василию Степановичу и другому деду Изосиму Александру Изосимовичу, которые сложили свои головы на полях Великой Отечественной войны. Так. Стих называется «9 мая». Звенят в душе колокола тревожными набатами по тем, кто в землю лег тогда безвестными солдатами, кто мог бы жить до наших дней, встречать огни рассветов, но в том бою до их траншей не добежал 3 метров, кто лег сраженный на повал с открытыми глазами, кто утром тем не дописал письмо далекой маме, а рядом с ними полегли такие же ребята, кто не дожил до 20, кто стал навек солдатом, кто не родил детей своих, не воспылал мечтами, они в земле, а души их, как облака над нами, плывут в далекую весну, где их тела убили, чтоб в 45-м, в ту войну, мы все же победили.